что, Максим приходил? Что дальше было? Человек 30 нахуй пришло. Пиздец, они заебали обсуждать. Нахуй зданий с фоном. Я выдвигаюсь на решающий матч, который решит, выйду ли я в плей-офф. Я вижу, Маратик, ты заигаешься немного. Или нет? Если мы проигрываем, мы вылетаем с турнира. Ничья, мы проходим дальше. Победа, мы проходим дальше. Брат. А вот тебе такой вопросик имеет, ты сам будешь стараться, или ты только на словах мастер? Или ты только своими игрушками хочешь баловаться, или ты только сейчас мне говоришь, что хочешь. Что хватает тут вообще-то? Смотри. Конечно. А тебе что, не нравится? Мне очень нравится. Слышишь, поснимешь меня прям в клипе с такого сочного суисайда? Прям мега сочного. Флэт? Нет. Куда? Прям супер сочно поснимешь. Да нет, сюда. Back to back, да. Давай! Чё? Лучше, чем с Трианоном. Да. Мне тоже больше нравится. Ну, баланс. Так, да нет, и вес особо не ощущается. Так Трианон же, он точно такой же по габаритам. Но тяжелее. Нет, у меня было он легче, чуть-чуть... Наоборот, Трианон легче. Трианон легче? Ну и этот еще пиленнее больше. Я прям очень хороший. Давай. А ты за сколько взял ее? Это штатив, да? Можно? За, да. За 800 рублей, на. Да, 800 же. 400 это и 400 это. Прикольно, это что-то прикольно. Новый фишай. А. Это для фонарика, типа? Да, да. А, качество какое, хорошее уже? Давай, я. Нет! Иди снимай, ну ты сука, я не буду снимать все это. Давай, пошел. А чё, давай? Ну я вроде норм типа поставил. Ты чё, долбоёб? Снимаю. Отойди, Артур! Давай, посмотрим. Я вроде норм типа поставил. Артур, чё? Давай, блядь. Артур, отойди! Покажи, какой кат это. Пиздатый. Yes. Блядь. Покажи, посмотри. Бля. Все, оставим. Пойдет. Давай еще две осталось. Ну, у тебя уже три трюка. Ну все. Ты про попытку? Да. Еще одна. Все, а вот последняя на мужика. Если еще одна, то педик. Еще одна, то педик. Побежал. Так покажи, что вы скинули там. Что там скинули? А? Так, я вообще вот так вот встану. О! Две попытки нахуй на камеру. Покажи. Забилю. Так, я хочу еще. Давай. Ой. Это как хил. Привет, Бэтух. На самом деле не знаю тебе как сейчас, но вот мне очень радостно видеть вот этого человека. Он максимально греет душу. Своей улыбочкой, своим личиком. Я таким вот давно не видел, потому что сейчас этот человек вот так вот просто выглядит, и мне печаль.